Наша планета расположена на идеальном расстоянии от Солнца. За исключением полюсов и отдельных регионов, на нашей планете не холодно, но и не очень жарко. У нас есть защита от радиации, вода, еда и многое другое. Доподлинно известно, что разумная и развитая жизнь существует только на Земле. Возможно, нам повезло, но возможно еще и то, что кто-то создал для нас эти условия симуляции. Вселенная огромная, а значит, разумная и развитая жизнь однозначно существует не только на нашей планете. Но почему инопланетяне до сих пор не вышли с нами на контакт? Было много свидетельств НЛО и очевидцев, пришельцев, но на 100% существование инопланетян все же не доказано. Но почему? Теоретики считают, что если развитая жизнь должна быть во многих местах Вселенной, но есть только на Земле, то мы находимся в симуляции. Видимо, тот, кто отвечает за моделирование, просто решил понаблюдать за тем, как люди действуют в одиночку. Но не исключено, что другая развитая жизнь все же есть, причем не только в других галактиках, но и в других вселенных.